Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Сегодня будем готовить карасей. Я давно вам обещал показать что-нибудь интересное с карасей. Вот подвернулся случай. Как раз на днях подошел мне от моих партнеров магазина Bang Good вот такой замечательный гриль. Портативный, легенький, переносной. Очень удобная штука. Весу там практически 100 грамм. Видите, сейчас я его соберу, он абсолютно новый. Карасиков я уже почистил. И мы будем их готовить на углях, в пряном масле, с зеленой травкой, там и нафаршируем там всякой разными вкусностями. Должно получиться интересно. Ну и отдельное спасибо моим партнерам за такой хороший подарок. Не отключайте, сейчас соберу и мы продолжим. Так, ну вот, друзья, карасиков я почистил. Сейчас их надо пошинковать миленько, чтобы не было косточек. Это делается просто. Разрезать. Вот так вот, раз. Меленько-меленько. Чем меньше вы это сделаете, тем меньше костей там будет. Приберу маленько, тут не хватает, лезет. Жарко, повылезали гады. Прикрою чуть-чуть. Вот шинкуем вот так. Чем меньше вы это сделаете, тем будет лучше. Тем не будет меньше костей. Их совершенно там не будет. Прорезаем то позвоночника, спинку, брюшка не надо прорезать. Так, готов один. Убираем его в пакет. А то мухи доберутся. Оп. Следующими делаем то же самое. Все просто. Готово. Второй, третий карась. Сейчас быстренько сделаю. Готово. Так, все, карасики готовы, почищены. Так, пока завяжем, так уберем. Теперь смотрите, вот здесь у меня икра и плавательные пузыри воздушные. Их не выкидывайте. Сейчас возьмем зеленюшечку. Рыбка в теплой воде не очень хорошо пахнет, маленько отдает илом. И поэтому, чтобы этот запах маленько перебить, мы возьмем побольше зелени, укропчик. Меленько построгаем. Сюда. И зеленый лучок. Все, сдачи, вот буквально только что сорвал. Все абсолютно свежее. Готово. Перемешиваем. Солим, перчим. Так, ну вот. Зеленюшку я покрошил, с икрой смешал. Получилась вот такая вот не очень аппетитная штучка. Но это пока. Теперь берем карасиков. Солим их. Готово. Вот так. Сейчас поперчим. Так, перец у меня лимонный. Тоже маленько рыбный запах отбивает. Закладываем начинку в них, вовнутрь. Икру с зеленью. Одному мало. Наложили это дело. Теперь берем ароматное масло пряное и хорошенечко их, вот видите какого оно цвета, красного, потому что оно настояно там на всяких пряных травках, специях, вкусная маслица. Сейчас мы их хорошо промажем всем этим делом. Так, переворачиваем, поливаем еще маслом. Вот так. Все, даем настояться минут 10-15, сейчас я уберу в пакет, чтобы муха не лезла. Самолет летает, как всегда, вовремя все. Так, карасики у нас пока отдыхают, ждут своего часа, а мы продолжим
сейчас заниматься грилем. Разжигать огонь там будем, все дела, смотрите, что получится. Так, вот, друзья, смотрите. Гриль отлично работает. Снизу там дырочки маленько прикрыл, поддувает его. Жар замечательный. Прям изумительно все. Теперь сделаем следующее. Засыпаем на эти горячие угли. Я не замачиваю пилки, чтобы караси были у нас не пареные, а именно печеные на углях. Если намочить, вода будет испаряться и не будет париться. Там воды в них и так достаточно. Засыпаем щепу. Для копчения продается в любом магазине. О, дым пошел, видите какой? Сразу. Вот такое количество будет достаточно. Так, у меня щепа яблонька. Ставим решетку. Вот. Ну все. Выкладываем карасиков наших, которые уже промариновались минут 15 в маслице, в укропчике там и всех делах. Начинаем жарить. Вот так. Вот так. Старайтесь, смотрите, чтобы они не соприкасались друг с другом. Сейчас я их накрою крышкой, и они гореть перестанет. Ну, поперло. Накрываем. Убираем поддув. Смотрите, что пошло. Все, процесс пошел. И оставляем время от времени, поглядывая, конечно, сюда. Минут, ну, я думаю, на 20 будет достаточно. Вернемся через 20-25 минут, посмотрим. А там, может быть, еще подложим что-нибудь, подождем. Ну, процесс пошел. Смотрите, вот такая вот маленькая штуковина, и как отлично работает. Даже если бы это не были мои партнеры, я бы его сюда похвалил. Мне очень нравится. Небольшой, портативный и коптит. Самое главное. Так, ну ладно, все, смотрим, что получится. Самому интересно. Так, ребята, смотрите, вот прошло пару минут. Гриль отлично работает. Я тут... Устройство у него там снизу вон есть задвижка. Я маленько приоткрыл, сейчас тяга пошла побольше и дыма добавилось. Знаете, что я хочу сейчас сделать? Я хочу, вот, что у нас тут происходит, кинуть сюда буквально пару зонтиков укропа, чтобы дым был ароматненький на угле. Прям туда сейчас закину палочки и покрошу вот так вот все это дело укропчиком, семенами. О, запах попер сразу, усиленный. Жалко, что вы не чувствуете этот запах. Пахнет просто здоровски. Если бы еще соседская собака заткнулась, так вообще бы цены не было. Гавкает и гавкает паразитка. Тоже хочет, наверное. Так, ну все, закрываем. Не будем мешать процессу. Просто было интересно самому заглянуть. Так, ну все, друзья, все, ждем. Там пока наши карасики доходят. Я сейчас заглянул, там просто все замечательно идет. Сейчас мы еще порежем сюда зеленюшечки к ним. Здесь петрушечка и укропчик, чтобы сверху задекорировать это дело. Меленько это сейчас дело подстригаем. Меленько-меленько прям. Сейчас лето, зеленюшку надо кушать в больших количествах. Там витамины и все остальное. Тем более зелень своя, с огорода. Только что сорванная. Чтобы зеленюшка начала еще больше пахнуть, добавляйте в нее немного соли. Чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Она, соль вступает в реакцию, и зелень начинает как бы пытаться растворить эту соль, выделяет свои эфирные масла и соки. Так вот помнем ее сейчас. Сейчас она буквально 3-4 минутки постоит. О, видите, она прям на глазах начинает мокреть. Это вот начинает химическая реакция происходить. Соки пытаются растворить соль. Соль агрессивная среда, и она как бы ее нейтрализует. И тем самым все эти запахи, ароматы раскрываются только в зелень. Ну, можно еще перчика лимонного. Я думаю, это тоже хуже от этого не будет. Да? С лимонными шкурочками для аромата будет отлично. Так, ну вот, зелень готова. Пойдемте посмотрим, что у нас там получилось. Я перевернул карасиков. Сейчас глянем. Я думаю, еще минут 5. Может быть, 7 и будет достаточно. Так, ну вот они, наши карасики. Заглянем к ним. Что у них тут происходит? А происходит у них вот что. Видите? Угли отлично поддуваются. Я думаю, сейчас, наверное, их надо убавить температурку там внизу. Перекрыть заслоночку вон ту. О, начинает, говорит, нам закрывать.
И они, чтобы еще маленечко протушились. Пусть еще постоят, потому что рыбу, закон всех поваров, рыбу переварите, мясо можно не доваривать. Так, ну вот, друзья, я думаю, уже все готово. Пора выключать чудо-печку. Сейчас, смотрите, присыпаем все это зеленюшкой. Последний штрих такой. Пока она горячая, сейчас зеленюшка еще запах больше откроет свой. Рыбка пропеклась полностью. Вот такая красота получилась. Зеленюшечка обязательно на рыбку нужна. Рыбка любит зелень. Пахнет жуть. Просто бомбически. Попробуйте так приготовить обычных карасиков. Дома уже, наверное, надоело там жарить сметане их. Очень бомба. Просто бомба. Если бы не этот гриль, конечно, у меня ничего не получилось. Ну вот, друзья, на этом, я думаю, закончить. Что-то смысла особо больше показывать вам нечего. Караси готовы. Сейчас пойдем. Пойду их пробовать. Друзья там уже заждались. Сидят. Ну а вам всем пока. Вам, кому понравился такой гриль, если вы хотите такой приобрести, ссылочка на магазин и на этот гриль будет в описании. Не буду там кому-то врать, что там что-то специально купил его, знаете, как пытаются впарить рекламу, как будто это такая, как будто они вот купили его нечаянно и всем тут нахваливают. Нет, вещь хорошая, работает, небольшой, легкий, в любую машину кинули, даже в маленькую влезет и места не занимает. Отличная штука. Также порадовала доставочка ихняя. Привезли буквально за 2 недели. И курьер принес мне его на работу. Позвонил, спросил, где я, и привез. Ну, мелочь, ну приятно. Я думаю, мы на нем еще поготовим, и не раз. Ну, а пока карасики вот такие вот готовые получились. Шкварчат, пыхтят. Очень вкусно все будет, я так думаю. Ну, по-другому-то оно бы и не было. На углях сюда все вкусно подкопченое. Опа, огонь разгорается. Всем, кому понравилось видео в таком формате, ставьте пальцы вверх. Друзья, доброжелатели, пальцы вниз. Не забывайте подписываться на канал. Нажимайте колокольчик. Все, всем пока, всем до встречи.